Девочки, сегодня будем готовить смягчающую маску для лица. Для нее нам понадобятся овсяные хлопья, семена льна, голубая косметическая глина и цветки ромашки. Для начала мы семена льна, ромашку и овсянку перемолим в кофемолке. Теперь добавим косметическую глину и горячую воду. Маска должна получиться консистенцией сметаны. Теперь мы даем ей время, чтобы она остыла. Затем можно пользоваться.